что мы не выполнили движение. Понимаю. Ты был прав, Кэтбой. Я переживала, что все перепутаю. Но мы бы тебе помогли! Я слишком стеснялась. Знаешь что? Я уверен, что у тебя еще все получится. Эти линии повсюду. Тут так запутано. Мы кое о чем позабыли. Об этом! А? Когда будем на позициях, мы подадим знак. Тогда выполняй свое колесо. Боюсь, что у нас не получится. Мы должны приблизиться к нему незаметно. Он не заметит. Я вам верю, ребята. Выполним это движение. Время быть героями! Суперпоезд, делай свое дело! Ромео Виль, приходит твое время! Огонь! Эй, Ромео! Прости, но ты опоздал, котенок! Этот мир мой! Оглянись, Ромео! Ящерица? Лучше бы вы подошли все сразу! Не пришлось бы снова объяснять! Вы опоздали! Что за знаки вы показываете? Летящее колесо! Как раз вовремя! Мы вернулись! Все сразу! Ты проиграл, Ромео! Нет! Хочу пускать газ. Ой. Кэтбой! Одна идея. О, что это за жуткий запах? Запах сыра точно должен заставить его покинуть музей. Уж я надеюсь, а то я так долго не продержусь. Это какой-то ужас! Надо на воздух! Ромео только что вышел. Гекко, постой! Теперь ты попался, Ромео! Что? Я так не думаю. Согласно прогнозам, сегодня свободные остатки. А! Супер-пупер отвратительный спрей? Гекко, все в порядке? А теперь супер-пупер гадкий запах! Гекко, попробуем другой способ. Беготня за Ромео явно не помогает. Да, мы должны выманить Ромео из музея, а самим зайти внутрь и забрать большой ящик зла, пока он не доделан. Вы слегка опоздали, герои в масках. Я доделал свой большой ящик зла. Та-дам! Ой-ой. Камуфляж — это неплохо, Гекко, но все-таки нам лучше сесть в Геккомобиль. Где он? Он вон там. Я приготовлю для вас новую партию пахучих яиц. Один момент. Я уже не могу выносить этот ужасный запах. Ромео его не чувствует, так как он внутри лаборатории. А мы должны быть внутри Геккомобиля. Идем, Гекко. Где он стоит? Но он нам не нужен. То есть... Гекко, что ты делаешь? О, нет! Новая партия яиц готова! У меня появилась идея! Что? Как это остановит тухлые яйца? Вот так! Не волнуйтесь, я разгоню запах с помощью своих супермускулов! А, идеальная мишень! Огонь! Фу! Фу, Гекко! Я знаю, мне еще хуже! Надо тебя помыть из водяного...
Настал момент его самого атаковать гигантским яйцом динозавра! Это самое большое яйцо, которое я видел! Мой тухлонатор придаст ему идеальный запах! Гекко, стой! Нельзя его бросать! Я не собираюсь! Я всего лишь хочу его напугать! Вот так, мальчик-ящерка! Отлично! А? Вот гадость! А? Ой! Ой! А? Крученый рептилий! Что происходит? Гекко! Мальчишка ощутил на себе силу моего поля заморозки! Никто не проникает в мое лунное логово, и никто не сможет отобрать у меня лунную статуэтку! Потому что она моя! 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 Очень скоро она не будет твоей! Лунная девочка, ты победила! Статуэтка твоя! Мы уходим! Я знала, что ты в итоге образумишься! А как насчет Гекко? Мы его освободим и вернем мою статуэтку. Ты должен быстро сбежать по пожарной лестнице, подняться по внутренней лестнице и войти в ту дверь, хорошо? Уверена, что это сработает. Посмотрите. Давай, Кэтбой, вперед! Все кончено, лунная девочка! В моем лунном логове останутся и ящерица, и этот глупенький котенок. Из них выйдут отличные статуэтки. Так-так, а лет друзей нет. Хочешь тоже украсить с собой мое жилище? Настало время героев, наверное. Ладно, я на самом деле отдаю ее тебе. Сова, лунная статуэтка твоя. Только отпусти Гекко и Кэтбоя. Ты правда отдаешь ее мне? Ну, то есть, навсегда? Да, забирай ее. Теперь ты отпустишь моих друзей. Нет. Нет? Но... Что? Ты забыла, что я злодейка? Так, а теперь я завершу. Собирать коллекцию студенток героев. Олет! Совиные крылья! Вот так, отлично. Немного левее, и можно будет открыть огонь. Это будет здорово, хозяин. Отставить, Ромео! Мы даем тебе последний шанс вернуть телескоп. Внимание, чужак. Внимание, чужак. Спасибо, я заметил. К нам пожаловал сам хамелеончик. К сожалению, ты опоздал. Сейчас ты увидишь, как на Луне появится мой портрет. Супермышцы Гекко! Что случилось? Я просто использовал свои супермышцы! У меня есть робот и прыгающая лаборатория, так что у вас нет шансов меня остановить! Я победил вас! А вот и нет! Моей задачей было лишь отвлечь тебя, а теперь вторая часть плана! Не ожидал, не так ли, Ромео? Вы объединились с лунной девочкой? Она тоже хочет тебя остановить! Оставь Луну в покое, Ромео! Никогда! Похоже, пора переходить к третьей части плана. Нет проблем! Защекотать! Робот! Сделай что-нибудь! От лунного луча никому не уйти. Даже тебе, робот. Подтверждаю. И мотыльки, и лунная девочка, и Ромео, и его робот заняты. Переходим к следующей части плана. Супермышцы Гекко! Есть! Я не смогу нацелить лазер без этого телескопа! Ну все, посмеялись и хватит! Кыш, пошли вон! Эй! Смотри, куда прыгаешь, лаборатория! Робот, отними у них телескоп! Слишком поздно, робот! Суперскорость! Готово! Перегрузка процессора. О! О, не может быть! Все кончено, Ромео! Отойдите от него! Он мой! Сюда! Ура!
давайте уложим Кэмерона в постель. Знаю! Пусть он идет по запаху! Кэмерон всегда идет туда, где вкусно пахнет, помните? Печенье! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Теперь ты моя кукла! Нет, он мой! В полете? Мило. А как вам суперсцепление ящерицы? Так себе. По сравнению с кошачьим суперпрыжком. Эй! Эй, так нечестно! На-на-на-на-на! Так! Пора выпустить кота из мешка. Кошачья суперскорость! Супермышца Гекко! Эй, так тоже нечестно! Кошачий суперпрыжок! Вот так надо побеждать! Мои супергеройские движения точно были лучшими! Ну нет, мои движения были лучше! Я победил! А мне кажется, мои движения были лучшими, так что я победила снова! Никто со мной не сравнится! Я Олет-победительница, а? Гекко? Кэтбой! Кэтбой! Эй! О, нет! Она схватила их! О, если бы я не пыталась их все время победить, этого бы не случилось! Эй! Настало время героев! Команда А победила! Вы видите, герои? Смотрите, как быстро работают мои мотыльки! Да, лунная девочка, твои мотыльки молодцы, но они вряд ли смогут принести самую большую игрушку в мире – гигантского Т-рекса. Что? Легко. Если будут работать вместе, то принесут его мне. Гекко! Похоже, что мы, ниндзя, все-таки сильнее вас. Не волнуйся, Гекко, мы разберемся. Нет, я разберусь. Хочешь потренироваться с сильным соперником? Я к твоим услугам. Не смеши. Я побью тебя одним пальцем. Этим. Супер ниндзялина, взять его. Гекко! Мы сейчас! Смотрите, у нас новый спортивный снаряд. Хватит! Меня! Бросай! Молодцы, ниндзялина! Вы становитесь все сильнее. Скоро вы сможете победить кого угодно, кроме меня, разумеется. Гекко! Ты в порядке? Нет, я ведь все испортил. Я хотел показать, какой я сильный. Но мы это знаем. Теперь мы ни за что не вернем спортивный инвентарь. Зря я отверг вашу помощь. Теперь супер-ниндзялина такие сильные, что их никто не остановит. Особенно всех вместе. Я знаю! Ниндзялины сильные, когда они вместе. Но и мы тоже. Настало время героев. У меня есть план. Я
поискала, как Гекка просил, и нашла вот эту порванную скакалку. А ты? Сломанный велик. Больше ничего. А я спущенный мячик. Бежим! Нет, нет, нет! Да! Теперь я могу наполнить тот бак тучами! Сила Луны, еще туч! И опусти их в бак! Дедбой, на помощь! Надо что-то делать! Я ненавижу мокнуть, но я не могу подвести своих друзей! Я все-таки герой! Суперскорость! Я иду, герои в масках! Великолепный Кэтбой со скоростью молнии бегает среди туч, а те следуют за ним. Что? Эй, что ты делаешь? Если мне придется промокнуть, то и тебе тоже. Теперь надо изменить полярность. Эй! Есть! Получилось! Гекка, скорей! Помоги убрать тучи из бака! Хорошо, Кэтбой! Супермышцы Гекко! Получилось! Бак пустой! И мы спасли лето! Нет! Да какой холод! Неудачно получилось! Две маленьких ледышки на дорожке лежат! Две маленьких ледышки от холода дрожат! Гекко, у меня есть план! Постой! У меня есть план получше! Ящерки в ящике! Если бы я отстоял свой собственный план, использовал свою суперспособность, настало время героев! Суперзахват! У меня есть свой план. Вы можете помочь, разбив как можно больше ледяных дорожек. Сыграем в ледяной пинбол! А? Эй, его план может сработать! Вперед! Время крушить лед! Эти ледышки разбивают мой чудесный ледяной аттракцион! У меня осталась лишь одна дорога! Сейчас я покажу Ромео, как надо по льду бегать! Суперзахват! Привет, Ромео! У меня есть суперзахват, так что я лучше перемещаюсь по льду! Чепуха! Мои сани сделал гений! Я! Поэтому вам, маленьким, глупеньким олухом, его в жизни не обогнать! Посмотрим! Вперед, Гекко! Меня не поймаешь! Супермускулы Гекко! Будет хорошо, Олет. Мы рядом. Кэтбой, Гекко, я сожалею. Я просто хотела доказать, что я классно играю в футбол. Но мы ведь это знаем, Олет. Но надо уметь вовремя сделать пас. Ты прав. Это командная игра. А мы команда. Настало время героев! Мы должны вызволить ее из лунного шара. Можно его лопнуть? Какой-нибудь большой, острый штуковиной. Флагшток рядом с музеем подойдет. Гекко, ты кати шар. А ты, Кэтбой, направляй его. Где эти негодники в масках?
Сюда! Нет, левее! Осторожно, фонарный столб! Ха! Ага! Лунный шар, вернись! Нет! Эй, почему вы остановились? Из-за магнита! Лунной девочки! Он слишком мощный! Я знаю! Надо играть командой! Гекко, используй супермышцы! Кэтбой, используй суперскорость! А я постараюсь создать ветер! Есть! У нас получилось! Он бесполезен! А теперь лопнем шар! Супермышцы Гекко! Надо покатить шар как можно быстрее! Да! Что вы делаете? Нет, нет, нет! Разберусь. Я должен помириться с Солет. Воу! Воу! Мой птеродактиль! Воу! Котики-бегемотики! Сейчас я верну своего птеродактиля и заодно поймаю летающего котеночка! Держись, Кэтбой! Мы тебе поможем! Олет! 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 На помощь! Кэтбой, что ты делаешь? Я тут застрял. Я полетел за тобой, чтобы убедиться, что мы все еще друзья. Но теперь пульт снова у Ромео. Ну, конечно, мы все еще друзья. О, это все из-за меня. Надо было раньше с тобой помириться. О, отстой! Кого это волнует? Переходим в другое место. Я не могу пойти за ночным ниндзя и спасти Олета Гекко. Он меня обманул. Олет была права. Злость мне не помогает. Я не должен был сердиться на нее и Гекко. Время быть героем и оставаться спокойным, как учитель Фанг. Ой, не туда. На помощь! Прыгучая ящерица! Прошу, помоги нам, Кэтбой! Прошу, помоги, пожалуйста! Все нормально, мне пора действовать. Кошачья суперскорость! Кэтбой спокоен и действует согласно плану, спасая друзей. Не волнуйтесь, ребята, Кэтбой с вами. Он спокоен и расслаблен, прямо как учитель Фанг. Кошачья суперскорость! Конечная остановка для всех пассажиров. Ого! Отличная поездка! Спасибо, что спас нас. Не за что. И простите меня за то, что я на вас злился. Я поступил неправильно. Да ничего. Кэтбой и правда вернулся. Спасибо, ребята. Кстати, у меня есть идея. Нам нужно разозлить ночного ниндзя и ниндзялина. Это поможет. Вперед, герои в масках! Этот автобус выглядит суперкрепким. Возможно, я один не справлюсь. Мы поможем тебе, Гекко. Oh!
О нет, я застрял, помогите! Гекко, нам нужна твоя помощь! Я не ослышался? Вам нужна моя помощь? Ты же поможешь друзьям! Друзья помогают друг другу, поэтому вы заботитесь обо мне. Да! Да! Я тоже должен позаботиться о вас, друзья! Настало время героев! Ой-ой, мой Геккомобиль! Если я остался без своего автобуса, то вместо него я отберу ваши машины и покрашу их цвета ниндзя, черный и синий. Кэтбой, Олет, мне нужна помощь! Я уже иду, Гекко! Я освободилась! Ночной ниндзя! Герои в масках смогут победить всех ниндзялино! Герои в масках, вперед! Кошачья суперскорость! Вон лунная девочка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Используй когти, чтобы схватить микрофон. Когти? А как? Вон, та кнопка. Он сломан? О, это я виноват. Теперь концерт не состоится. Ты не виноват. Не укради она микрофон, ничего бы не случилось. Да, но я не должен был садиться за штурвал самолета. И я не должен был принимать ваши подарки. Простите, что заставил соревноваться за билет. Мы сами начали это соревнование. Извини, Олет. И ты извини. Я не хочу идти, если ты не сможешь. Забудьте о билете. Главное сейчас – это вернуть золотой микрофон. Настало время героев! Даже если он сломан, этот микрофон не тебе принадлежит. Отдай его нам! Хоть он и сломан, но он все еще золотой. И мой, мой, мой! Олет, мы отвлечем мотыльков, а ты отбери у нее микрофон. Моя очередь! Суперскорость! Олет! Хватай микрофон! Скорее! Не смей входить в штаб, лунная девочка! Когда откроется этот люк, ваш штаб станет моим! Не подходить! Или комиксу конец! Не дайте им попасть внутрь! Ха-ха! Не так быстро, лунная девочка! Совиный ветер! Ага! У меня ваш драгоценный комикс! Если он вам действительно так дорог, не пытайтесь меня остановить! Ну ты подумай, а? Ну кто им управляет? Это я! Молодец, Гекко! Кэтбой, помоги! Девочкой. Кыш! Кыш! Ну все, вы сами напросились! Попрощайтесь с комиксом! Нет! Кошачий прыжок! Ой! О нет, ты слишком тяжелый! Я тебя не удержу!
Спасибо, Гекко. Не за что. Неплохо. Вот только теперь Люк ничем не защищен. Опять вы на мою удочку попались. Ты забыла о Гекко.